Эти гуси живут в Дюссельдорфе на Лебедином пруду. Им крупно повезло, что живут они в Германии. Здесь водители дисциплинированные. Поскольку двоим родителям не уследить за такой оравой детей, гусиное общество создало группу детского сада и пригласило добровольных помощников на работу. Однако в этот раз эти помощники выбрали не самое удачное место для прогулки. Эти раздумывают, переходить им дорогу или нет. Невзирая на то, что зеленого сигнала перехода нет, правонарушители